Коллеги, добрый день. Меня зовут Илья, я пиар-менеджер компании Appymatica. 12 часов уже. Мы традиционно начинаем наш вебинар. И также традиционно минуты 3-4 подождем опаздывающих и задерживающихся. Поставьте пока, пожалуйста, плюсик, если меня хорошо слышно. Отлично. Не так много слушателей у нас сегодня, ну, наверное, тема специфическая. Ну, давайте пока... Да, успеете налить кофе и не только. Пару минут подождем, пока можем поговорить какие-то общие фразы. Как вы знаете, мы каждый четверг проводим вебинары. Это уже стало нашей доброй традицией. Сегодня вебинар такой, так скажем, особенный, те, которые мы любим, когда не сами вам что-то рассказываем, а наши партнеры подключаются. И, собственно, сегодня мы будем говорить о создании профессионального колл-центра на базе IP-ATS Yastar и LaWake Metrics. Дмитрий Комов подробно все расскажет. Но вначале будет короткое вступление от меня. Просто расскажем о компании Yastar. Немножко представим. Возможно, вы, конечно, все и так прекрасно знаете. Но, как минимум, для тех, кто будет смотреть этот вебинар в записи, эта краткая информация на пару минут не будет лишней. Пока пауза, расскажите о перерегистрации реселлеров. Если вы про e-link, то это не перерегистрация, а напоминание о том, что все должны зарегистрироваться. Просто сейчас вендор ужесточил это правило, которое вступит в силу с 1 октября. То есть, если вы уже регистрировались раньше и у вас все хорошо, то вам не нужно ни о чем беспокоиться. Подключаются потихоньку слушатели, и это прекрасно. Давайте подождем еще буквально минуту. Мы, кстати говоря, активно работаем над тем, чтобы сделать наши вебинары более интересными, более крутыми. Такую, так скажем, пробу пера вы можете посмотреть в записи на нашем канале на YouTube. Вебинар прошлой недели от Улупбека Каланова и Леонида Корытина. Очень любопытно получилось, очень живо, интересно. Советуем обратить внимание и потратить полчаса времени на то, чтобы узнать, как не сделать ошибку при выборе систем видеоконференц-связи. Ну и, скорее всего, в будущем все наши вебинары будут такие живые, интерактивные, с видео. Наша платформа после небольшой доработки это позволит. Так что ждите, уже, наверное, на следующей неделе вас приятно удивим. Ну и, кстати говоря, если вы сами хотите провести тоже какой-то вебинар, включиться в наше расписание, то пишите, звоните, и в один из четвергов мы обязательно найдем время и место. Ну все, друзья, 12.04 уже. Давайте начнем. Как уже сказал Илья, компания Appymatica. Я кратко расскажу вообще о компании Yastar. Итак, компания Yastar основана в 2006 году на юго-востоке Китая в городе Сиамынь, или Сиамынь, Сиамынь по-разному называют, в технологическом парке. Уже, соответственно, больше 10 лет опыта, более 200 сотрудников сфокусированы на разработке качественных вайп-продуктов. И уже больше 1100 реселлеров по всему миру. Действительно, по всему миру. Присутствие на всех континентах, ну, кроме, пожалуй, Антарктиды. Больше 140 стран мира, где можно купить Yastar. И где есть официальные дистрибьюторы. Стандартизированные профессиональные производственные линии. Можете на картинках оценить то, как делаются продукты Yastar. Действительно, все в высшем качестве и отличный пример такого качественного, хорошего китайского производства, который никак не оправдывает стереотипы, которые, возможно, у кого-то еще остались. Проводятся всевозможные тестирования, лабораторные исследования, как на
температуру, на радиацию, краш-тесты, тесты на вибрацию и так далее. Поэтому качество подтверждено. Ну и в том числе, как вы знаете, что у нас гарантия целых 3 года. Это тоже одно из этих следствий. Ну и реселлеры по всему миру, в том числе и мы, конечно, не отстаем. Не только локализуем продукты, но и проводим всевозможные обучения, доносим информацию, тренинги. Вот на этот слайд попали не только, например, там Южноафриканская республика или Панама далекие, но и наши семинары в Москве, в Алматы и в других городах, которые мы регулярно проводим. Кстати говоря, здесь нужно сделать небольшое лирическое отступление, что 27 числа, в следующий вторник, у нас будет обучение по S-серии Ястар. У нас осталось еще одно место. Если кто-то хочет записаться, то срочно это делайте. Обращайтесь, и вы сможете пройти обучение и получить много всевозможных бонусов от его прохождения. Продукты Ястар локализуются под всевозможные рынки, этот список регулярно обновляется, и, конечно же, в России вы получаете русскоязычный интерфейс, системные голосовые сообщения, инструкции, вплоть до коробок на русском языке, что, конечно, всегда приятно, и локализуем это мы сами, то есть это не перевод, не носители языка, производители, так скажем, а выверенный, качественный перевод на месте. Так что с этим проблем не бывает. Ну, собственно, так же, как и с любыми другими языками, будь то тайландский, сербский или голландский. Очень много по миру примеров успешных внедрений. Если кому-то для работы нужны будут какие-то конкретные кейсы, конечно, всегда можем предоставить. Ну, во-первых, операторы по всему миру используют продукты Ястар, так и в России. Шлюзы, конечно, пользуются большой популярностью. Этот список можно продолжать расширять разными странами. И, конечно, список крупных, ну и не очень крупных проектов по всему миру, он также есть в разных странах. Но вот тут и пара российских проектов тоже засветилась. Совместимость продуктов Ястар подтверждена, по сути, со всеми известными мировыми производителями конечного оборудования. Ну, в первую очередь, конечно же, с Ялинк, нашим любимым. Так что с этим проблем тоже никогда не будет. Ястар работает, в принципе, ну, с любыми телефонами, так скажем. И почему же Ястар, к чему все это сводится? Про локализацию уже сказали, что не может не радовать. Регулярные проводящиеся вебинары – сегодня и семинары, предоставляем всевозможную документацию, инструкции, оказываем техническую поддержку как по e-mail, так и по телефону, целых 3 года гарантии на наши продукты. Есть, конечно, небольшие нюансы, но в общем случае на все телефонные станции 3 года. Сервисные центры по всему миру, конечно же, по всей России, Беларуси, Украине, Казахстану, и огромное количество уже международных, и китайских, и российских наград получили продукты Ястар, качественно подтверждено всеми необходимыми сертификатами международными, государственными, так что можно спокойно выбирать этот продукт и не переживать. И что же из себя представляет продукция Ястар? Я сейчас, конечно, не ставлю целью рассказать вообще обо всей линейке, ну, наверное, большинство из вас и так это знает. Мы отдельно проводим и проводили вебинары по каждому из этих продуктов. Можете посмотреть записи или регистрироваться на будущие вебинары. У нас вот скорости, например, про VIP MTS шлюзы ожидается. Но если говорить широко, то Ястар — это в первую очередь телефонные станции. В первую очередь они сейчас представлены. Коллеги, извините, подскажите, слышно ли меня? Михаил с вопросом обращается. 2 минуты назад было слышно, если. Поставьте плюсики, пожалуйста. Да, хорошо. Михаил, наверное, только у вас нет звука. Извините, не знаю, чем вам помочь. Попробуйте, может быть, перезагрузиться. Да, спасибо, коллеги. В общем, продукты в основном представлены S-серии, АТС Ястар, N-серии и разнообразными шлюзами. Но, как сказал, в это углубляться не будем. Это предмет отдельного разговора. Собственно, на этом краткий экскурс закончился как раз в то, что такое Ястар, что это за компания. Уложился в 7 минут, как и обещал. И переходим, собственно, к основной части. Дмитрий Комов расскажет вам как раз о создании профессиональных колл-центров. То, ради чего мы здесь собрались. Дмитрий, передаю вам слово. Вот уже подгрузилась другая презентация.
Я отключаюсь, вам слово, спасибо. Ага. Ну, спасибо, Илья, спасибо компании IP-Matic за возможность рассказать о решении, которое мы продвигаем и продаем, и внедряем. Я представляю компанию SoftBecom. Мы работаем уже более 13 лет, занимаемся инфраструктурными проектами. Около 5 лет назад мы открыли новое направление, начали заниматься телекоммуникациями, но мы любим строить комплексные решения, то есть мы не просто продаем, внедряем IP-ATS, мы любим решения, которые интегрированные, которые включают в себя в том числе IP-ATS и интегрированные в инфраструктуру предприятия. И вот одним из примеров таких решений является то решение, о котором я сегодня хочу рассказать. Это решение для построения собственного колл-центра для предприятия. Оно включает в себя IP-ATS YaStar и программное решение Loway Q-Metrics. Ну, для начала... Нет, сейчас слышно все. Ну, для начала я расскажу, каким компаниям это решение может быть полезно. Ну, оно полезно тем компаниям, у которых стоит цель эффективно обрабатывать вызовы, обеспечить высокое качество обслуживания своих клиентов. И для того, чтобы достичь этой цели, это можно сделать, только зная реальную картину по всем вызовам телефонам, которые поступают в компанию. Сколько этих вызовов, в какое время они были сделаны, пиковые значения, знать реальную картину о загрузке операторов и тому подобное. Вот как раз это решение и дает такой инструмент для компании. Из нашего опыта, значит, это решение хорошо может быть внедрено и дать положительный результат в следующих сферах бизнеса. Мы внедряли его в сети частных клиник, стоматологий, в торговых компаниях, в туристических агентствах, в сети детских клубов, детских спортивных клубов и тому подобное. То есть везде там, где есть большое количество телефонных вызовов, и стоит задача эффективно обрабатывать все эти вызовы и обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов. Какие основные преимущества дает это решение? Ну, главное преимущество в том, что компания может использовать своих собственных сотрудников в качестве операторов колл-центра. Например, не для организации обзвонов не нанимать аутсорсинговую какую-то компанию, а посадить своих собственных сотрудников и более эффективно управлять этим обзвоном. И это решение дает также возможность осуществлять полный мониторинг и полный контроль и получать аналитику по всем вызовам, как входящим, так и исходящим. Отлично. Да, по нашему опыту, внедрение данной системы позволяет получить экономию текущих затрат колл-центра более 20% и повысить качество обслуживания. За счет чего это происходит? За счет того, что с этим инструментом появляется контроль реальной загрузки операторов, мы можем планировать их работу. За счет того, что мы имеем всю информацию о звонках и повышаем контроль качества работы операторов, да, можем это контролировать. За счет онлайнового мониторинга, за счет того, что руководитель колл-центра в онлайне может наблюдать работу колл-центра,
реагировать на какие-то пиковые загрузки и так далее. И все это вместе повышает контроль качества обслуживания клиента. И в конечном итоге повышает эффективность бизнеса. Данного решения, собственно, сам колл-центр, это программное решение, которое называется Q-Metrics. Производитель данного программного решения является швейцарская компания Loewe, с которой мы работаем уже более 4 лет в тесном контакте. Сама компания Loewe предлагает это решение, начиная с 2004 года. И вот здесь перечислены основные ключевые факты об этом решении. Ну, первое – это мониторинг входящих и исходящих звонков. Тут стоит отметить, что для исходящих компаний это решение очень тесно интегрируется с решением для автообзвонов Loewe Wombat Dialer, еще одно решение компании Loewe. Отслеживается в Q-Metrics более 150 разных метрик, что будет показано дальше. Будут очень подробные скриншоты, будут показаны параметры и показатели, которые можно контролировать. Данное решение Q-Metrics предоставляет полную автоматизацию управления колл-центром и состоит из 4 основных функций. Это онлайн-мониторинг, рабочее место оператора, контроль качества работы операторов на основе субъективного и объективного контроля и очень подробная аналитика. Это решение, мощное решение промышленного класса. Что тут имеется в виду? Имеется в виду, что оно применяется не только в малых и средних компаниях, но, опять же, из нашего опыта мы внедряли это решение и в крупных компаниях, например, в крупной российской страховой компании, в крупной авиакомпании, где количество операторов превышало 250 человек, 250 операторов. С 2004 года, с тех пор, как это решение было выпущено, это решение развернуто в тысячах колл-центров по всему миру. Используется веб-интерфейс, что не требует установки у оператора никакого клиентского программного обеспечения. Пользовательский интерфейс в этом решении полностью локализован. Переводом на русский язык занимается наша компания. И мы переводим какие-то некорректности в переводе, исправляем очень оперативно, потому что работаем очень тесно, как я уже говорил, с производителем, с вендором. Одну из возможных схем вот этого комплексного решения, о котором я сегодня рассказываю, она представлена на этой картинке. Основой является решение компании EOSTAR. Это может быть устройство MyPBX или устройство S-серия. Здесь же мы можем подключить к нему, мы его приносим, распаковываем, подключаем к нему аналоговые линии, например, подключаем его к провайдеру VoIP-телефонии. И вот в данном варианте использования Q-Metrics находится в облаке на ресурсах компании Loewe, предоставляется как SaaS-решение. И что тут важно отметить, сам Q-Metrics является точкой интеграции с другими приложениями. Вот в рамках этой презентации я покажу интеграцию с решением CRM-системы AmaCRM. И другие информационные системы тоже могут быть интегрированы. В данном случае некий каталог. Каталог имеется в виду, что если сидит какой-то sales-менеджер в качестве оператора контакт,
колл-центра, у него есть каталог продукции, и он может оперативно в этом каталоге продукции находить интересующую его информацию, и все это, весь этот каталог, он может быть интегрирован в окно оператора колл-центра, да, в окно Q-Metrics. Ну, это лишь один из возможных вариантов использования. Q-Metrics может использоваться и не обязательно как SaaS. Его можно установить на отдельный сервер. И это может быть как физический сервер, так и сервер также в облаке. И это решение тоже работает. Целевая аудитория. Для каких компаний вот это вот комплексное решение, ну, как нам кажется, нацелено? На компании, у которых нет желания тратить время и усилия на какую-то сложную установку и настройку. Действительно, вы покупаете устройство Eostar, делаете, больше ничего не нужно вам в офисе поставить, вы делаете простую настройку и получаете колл-центр. Если вам нужны PSTN-линии, желание использовать аналоговые телефоны, да, устройства Eostar позволяют иметь эти модули встроенными в это устройство. Да, вам, опять же, не нужно покупать никаких шлюзов, все у вас находится в одном устройстве. Для компаний, которым не хочется иметь сервера какого-то громоздкого, да, у себя в офисе, они хотят купить небольшой девайс и его использовать. И хорошая новость в том, что теперь с помощью вот этого небольшого девайса компания может получить еще и колл-центр. Ну и компании не хотят использовать в то же время какие-то облачные АТС, в том числе виртуальные АТС, они хотят иметь свою собственную АТС. Вот для всех таких компаний, если у них есть такие вот желания, то вот это решение именно для них. Ну, переходим, собственно, к самому решению. Я дальше покажу много экранов, на которых подробно будет показано и возможности по отчетности и так далее. Да. Что нужно сделать для того, чтобы это решение включить? Ну, первое, нужно настроить очереди в системе в Eostar, да, на IP-ATS. Никаких операторов в эти очереди добавлять не надо. Эти операторы будут добавляться в очередь динамически с помощью рабочего места оператора, что я дальше покажу. Ну и затем нужно настроить систему мониторинга Q-Metrics. Основные функции, как я уже говорил, которые Q-Metrics предоставляет, вот они перечислены здесь. Это онлайн-мониторинг операторов с возможностью управления очередью, то есть добавлением в очередь, удалением из очереди и так далее. Это огромный спектр всякой разнообразной отчетности по работе колл-центров. Это детализированные отчеты по отвеченным, неотвеченным вызовам, по сессиям операторов, распределение звонков. Третье – это контроль качества работы операторов на основе объективной и субъективной оценки, но я чуть подробнее расскажу это дальше. И четвертое – это панель оператора, рабочее место оператора, где он может полностью управлять своей работой сам, используя те функции, которые ему разрешены, и там же он может получить интеграцию с другими какими-то информационными системами на предприятии. Это я тоже покажу. Итак, вот мы переходим к экранам отчетности. Вот на данном экране это отчет по обработанным и потерянным вызовам. Я в системе Q-Metrics построил отчет, он достаточно длинный, там много информации, поэтому я это все скомпоновал вот на этом слайде.
вот этот один большой отчет, я скомпоновал, чтобы его можно было отразить на одном слайде. Ну, какие показатели и характеристики мы можем тут увидеть? Всю статистику по времени ожидания, по длительности вызова. Такой важный показатель SLA очередь, который показывает время ожидания. Ну, на самом деле, это показатель загрузки колл-центра. Я чуть-чуть подробнее сейчас в увеличенном масштабе это покажу. Это вся информация по очередям, по операторам, по переводам звонков, по нахождению в интерактивном меню звонка, по информации, статистика по внешним номерам. Компания может иметь несколько внешних номеров, да, и звонки могут поступать на все эти номера, и вот эта статистика, количество вызовов, там, доля вызовов и так далее, она представлена здесь. Время звонков на удержание, позиции в очереди и так далее. Да, очень много параметров, вот я сейчас их более подробно покажу. Вот на слайдах в увеличенном масштабе. Ну вот это начало вот этого вот отчета по отвеченным вызовам. Диаграмма показывает количество состоявшихся и неотвеченных вызовов. Слева показана статистика по вызовам. Это максимальное, минимальное, среднее значение для ожидания вызовов, для времени ожидания вызовов и для длительности вызовов. Далее мы пролистываем этот отчет чуть-чуть вниз и видим распределение операторов в очереди. То есть распределение звонков по операторам. Сколько каждый оператор принял звонков, суммарная продолжительность для каждого оператора, среднее время вызова для каждого оператора. Пролистываем еще вниз и видим вот этот вот показатель, о котором я говорил, SLA, который показывает загруженность колл-центра. Чем круче график, тем лучше работает колл-центр. Ну, данный график, он показывает долю всех вызовов в зависимости от времени ожидания. И мы можем видеть, что вот на данном графике, например, 98%, более 98% всех вызовов имели время ожидания менее 20 секунд. Ну, это хороший показатель для колл-центра, то есть практически все звонки ожидали не более 20 секунд ответа оператора. Пролистали чуть вниз и видим статистику по очередям. Может быть настроено несколько очередей, но и вот статистику по этим очередям вот здесь вот она представлена. Также есть статистика по входящим и исходящим вызовам. Одни и те же операторы, например, могут обрабатывать как входящие, так и исходящие. Если мы сделаем исходящую очередь, оператор в нее включим, да, оператор будет получать эти вызовы в этой исходящей очереди тоже. Ну, на данной картинке исходящих вызовов не было. Статистика по позиции в очереди. Позиция в очереди – это максимальная позиция в очереди, на самом деле. То есть с какой позиции этот звонок, какая максимальная позиция в очереди была у данного звонка. Ну, вот на данной картинке мы видим, что основное количество звонков, они имели позицию 1, то есть колл-центр не очень загружен. Можно также получать статистику по IVR, не только время нахождения вызова в интерактивном меню, но еще и статистику по выборам IVR. И здесь же представлена статистика по внешним номерам. У компании может быть несколько внешних номеров, как я говорил, и сколько звонков поступает на каждый из них. Это вот я показал отчет по отвеченным вызовам. Теперь переходим к отчету
детальному отчету. Да? Вот на данной картинке мы видим детальный отчет по каждому вызову. Каждый вызов, он представлен вот в этой таблице. Мы для каждого вызова можем настроить видимость полей в этой таблице так, что мы можем видеть уже непосредственно в таблице, там, когда был вызов сделан, кто позвонил, в какой очереди он был обработан, время вызова, там, который он провел в голосовом меню, время ожидания вызова в очередь, время разговора и так далее. То есть очень много параметров. И чтобы не загружать эту таблицу, там, мы можем выбрать видимость полей только тех, которые нам нужны, а чтобы посмотреть более подробно, мы можем нажать вот пиктограммку для каждого вызова и увидеть полную информацию по вызову. И в этой же информации по вызову здесь есть линк, ссылка на запись разговора. Отсюда можно запустить прослушивание записи разговора для данного вызова. И вот этот детальный отчет дает полную картину о том, какие вызовы были, и полную характеристику вызова. Мы можем получать разнообразные отчеты в разных разрезах временных. Можем получать количество и среднюю продолжительность, и длительность, и суммарную длительность вызовов, да, в разрезе дней недели, по часовой, по месяцам и так далее. То есть вот эта вот возможность, она тоже есть, она представлена вот такими вот картинками, такими графиками. Отчетность по активности операторов. Ну, я тоже построил отчет по операторам, по сессиям операторов. Он получился очень длинный у меня, и поэтому я их скомпоновал вот в 4 таких скриншота. А что мы тут можем в этом отчете получить? Здесь мы можем видеть все подробности сессии и пауз оператора. То есть оператор, когда начинает работу в колл-центре, он становится в очередь, сам себя ставит или его руководитель ставит в очередь, и потом в процессе работы он может выходить на паузы, эти паузы настраиваемые, могут быть разные паузы. И эти паузы могут быть как оплачиваемые, так и неоплачиваемые, это тоже настраивается в системе. И вот этот отчет дает всю информацию о таких сессиях, всю информацию, всю статистику по таким сессиям и паузам оператора, то есть какие-то уже агрегированные значения по этим данным. И также здесь можно получать статистику по операторам в разрезе групп и в разрезе местоположений. В крупных колл-центрах очень часто несколько групп операторов работают, они обслуживают какие-то разные бизнес-задачи, и в разрезе каждой группы мы можем получать эти отчеты. И в компаниях, в которых несколько филиалов, тоже операторы могут работать в разных городах, и мы можем получать отчеты в разрезе вот этих вот этого местоположения операторов. Ну, более подробно. Вот та предыдущая картинка в увеличенном масштабе. Вот мы построили отчет по операторам и видим здесь какую-то статистику по среднему времени оператора, по среднему времени сессии оператора, минимальное время оператора, максимальное время оператора, суммарное и тому подобное. Опять пролистнули этот отчет и видим статистику уже по паузам операторов. Ну, в данном колл-центре, по которому снимались скриншоты, операторы на паузу не ходят, поэтому тут все по нулям.
Вот тут представлена статистика по, вот, по времени оператора, по оплачиваемому, как я говорил, или неоплачиваемому времени операторов. И на основе этой статистики в конечном итоге может строиться какой-то суммарный отчет по оплачиваемому времени операторов. На основе этих показателей можно рассчитывать зарплату оператора, например. Ну, время сессии операторов разбивки по часам, то есть мы смотрим каждый час и вот в этих часах смотрим время, которое оператор работал и время, которое он находился на паузе. Ну, то же самое время в разбивке по часам, подлежащее оплате на нижней таблице. Ну и то, что я говорил, это статистика по группам операторов и статистика по местоположению операторов. Ну, с отчетами, с аналитикой я заканчиваю и перехожу к онлайн-мониторингу. Онлайн-мониторинг – это страница Еще раз слышно? Ага, отлично. Значит, мониторинг в реальном времени. Это страница руководителя колл-центра. На нижней таблице представлены операторы, их статус. Вот зелененький кружочек — оператор свободен, оранжевый кружочек — оператор в данный момент разговаривает. Когда оператор вошел, приступил к работе. Далее, в какой очереди он работает, когда был последний вызов, ну, на паузе он или не на паузе. Если на паузе, то будет тут представлен код паузы. И вот в средней части этого экрана представлены все текущие вызовы. Здесь мы видим три текущих вызова. Видно, какими операторами они обрабатываются, когда эти вызовы поступили, сколько они находились в интерактивном меню, сколько эти вызовы ожидали до тех пор, пока оператор ответил. Уже текущая продолжительность вызова, все это в реальном времени происходит. Оператор, который обрабатывает этот вызов. И вот справа там есть пиктограммка на каждом вызове. Эту иконку, если мы нажмем, то мы можем подключиться к разговору и прослушивать этот вызов, текущий, который идет, прослушивать разговор оператора с клиентом. Верхняя табличка, она показывает информацию по очередям. Вот в верхней табличке можно настраивать такие вот цветовые оповещения. Одно такое оповещение тут вот видно, это вот желтый порог превышен. Есть два порога, желтый и красный. В данном случае превышен желтый порог. Это оповещение, оно означает, что количество свободных операторов в очереди уменьшилось до порогового значения, до трех, и поэтому вот оно подсветилось желтым. Таким образом, руководитель колл-центра может наблюдать за работой колл-центра и видеть вот за счет вот этих вот оповещений, что что-то происходит не так, там какие-то нагрузки возникают. Здесь же руководитель колл-центра может реагировать на эти оповещения, ну, например, добавляя операторов в очередь или исключая их из очереди. Вот справа тут показан такой экранчик, такое меню, в котором можно добавить оператора в очередь и поставить его на паузу и так далее. Здесь же руководитель колл-центра может подключиться к экрану оператора через ремоут-консоль. И здесь же он может общаться с оператором посредством мгновенных сообщений.
Это страница руководителя колл-центра. Теперь переходим к странице оператора. Это вот рабочее место оператора. Что здесь оператор может делать? Ну, во-первых, оператор может зайти в любую из доступных ему очередей, в процессе работы поставить себя на паузу, выйти в конце рабочего дня из этой очереди. Здесь же он может наблюдать все свои недавние вызовы, которые он обработал. Текущий вызов подсвечивается желтым цветом. На текущем вызове оператор может установить результат звонка. Это результат звонка, он в системе Qmetrics настраивается. Мы можем ввести несколько результатов и потом по этим результатам построить какой-то отчет и учитывать этот результат, в том числе в оценке качества работы операторов. Здесь же оператор может использовать встроенный софтфон. Оператор может использовать не только какой-то железный телефон, но может использовать встроенный софтфон, WebRTC софтфон в этой панели. И здесь же оператор имеет возможность или автоматически будет открываться, или он сам может открыть, вот ткнув вот на иконку, какую-то, значит, ссылку на стороннюю информационную систему, которая интегрирована с посредством Qmetrics. Ну, я вот чуть дальше, вот буквально сейчас, на следующем слайде, наверное, покажу вот эту небольшую демонстрацию о том, как это работает. И можно будет себе составить представление, как вообще это в реальной жизни. Ну, сейчас расскажу про оценку качества работы, то есть вот про эту последнюю, четвертую функцию Qmetrics, и потом сделаю небольшую демонстрацию, в которой покажу, как оператор работает с вызовами. Оценка качества работы. Какая методология тут в Qmetrics предлагается? Здесь предлагается строить вот интегральную оценку качества работы на основе субъективного контроля и на основе объективного контроля. Субъективный контроль – это прослушивание разговора оператора, ну, выборочного прослушивания. И на основе вот этого прослушивания вот этот вот ответственный контролер, который этим занимается, выставляет оператору оценки по каждому из настроенных параметров. Это субъективная оценка. Объективная оценка, она строится на основе тех показателей, которые собираются вот этим вот аналитическим средством, да, Qmetrics. Ну, например, на основе количества обработанных вызовов этим оператором, на основе длительности обработки вызова. Например, в некоторых колл-центрах, мы знаем, оператор штрафуется за то, что он обрабатывает вызов слишком долго. Например, стоит некое пороговое значение не больше 40 секунд на вызов. На основе таких параметров, как количество пропущенных вызовов этим оператором. Ну, когда ему вызов поступил на его телефон, а он не ответил. Этот вызов потом пошел на другого оператора, но в системе отобразилось, что этот оператор пропустил этот вызов. На основе результата вызовов, как я говорил, оператор выставляет результат для каждого вызова. Вот этот параметр он может использоваться для объективного контроля работы операторов. И потом, после того, как вот это все настроено, вот это вот пороговое значение для объективного контроля, веса назначены определенные каждому из этих параметров, строится интегральная оценка на основе субъективных оценок, которые выставил контролер, и на основе вот этого объективных показателей. Ну, я чуть ниже покажу просто в увеличенном масштабе эти экраны. Ну, здесь
вот этот контролер, он имеет доступ к детальным звонкам, ну или, может быть, к выборочным звонкам, которым ему дается доступ, например, руководителям колл-центра, ну или сам руководитель осуществляет эти контролирующие функции. Он открывает карточку звонка, которую я уже показывал, и там есть возможность открыть вот этот вот экран для выставления оценок. И здесь же есть ссылки на разговор, он его отсюда запускает, прослушивает этот разговор и выставляет по каждому из параметров, которые здесь вот представлены, они настраиваемые, здесь вот они на английском написаны, их можно настроить, это будут какие-то русские вопросы, ну тут насколько вежлив был оператор, насколько он внятно там произносил слова и так далее, да. Он выставляет по каждому из этих параметров оценку. Легенда по этим оценкам, вот она в левом верхнем углу представлена, то есть он выставляет эту оценку, закрывает этот звонок, эта оценка сохраняется. И так он делает для нескольких звонков выборочно, да, и таким образом эта информация сохраняется в системе. Далее один раз вот настраивается вот этот вот для колл-центра показатели объективного контроля. Здесь вот перечислены эти показатели, учитываются они или не учитываются, и для них вводится два пороговых значения, и для каждого из этих пороговых значений выставляется некий балл, который добавляется, ну, который выставляется, если это пороговое значение там превышено. Вот после этой настройки в конечном итоге можно строить уже интегральный отчет. Руководитель колл-центра запускает отчет, например, за месяц работы, да, и получает вот такую таблицу, в которой он видит итоговую оценку, которая ставится оператору, и параметры, которые были учтены при выставлении этой итоговой оценки. Получает такую интегральную оценку, ну, которая говорит о том, насколько оператор качественно работает. Ну, как я уже говорил, Q-Metrics является точкой для интеграции с какими-то внешними системами, внешними веб-приложениями. На данной картинке представлена интеграция с системой AMA-CRM. Вот, мы видим, что поступил звонок и открылась карточка контакта в AMA-CRM. Эта карточка контакта, она встроена прямо в экран Q-Metrics. И чтобы так быть, не быть голословным, сейчас я покажу это. Покажу небольшую демонстрацию. Не знаю, видно ли что-нибудь. Пока нет. Демонстрация рабочего стола. Угу. Ну, может быть, сделать демонстрацию всего экрана тогда, потому что демонстрация окошка, она почему-то не отработала. Сейчас. Да, вот, сейчас видно. Видно сейчас, да? Угу. Видно? Вот это экран Q-Metrics.
В начале рабочего дня оператор заходит, вводит пароль. Сейчас я выйду, потому что я зашел с английским. Выберу русский язык. Итак, оператор зашел. У него вот есть такое меню. Ну, как я говорил, он может использовать WebRTC софтфон. Ну, в данной инсталляции он тут задизейблен, этот софтфон. И вот у него несколько таких вот экранов, которые он может выбрать и использовать у себя. Ну, первое, с чего он начинает, он регистрируется в очереди. Вот доступные очереди здесь представлены, он нажимает и заходит в очередь. Вот он зашел в очередь, все, он готов к приему звонков. Теперь, если мы позвоним на очередь, ну, я звоню на очередь. Вот, оператор у меня в софтфоне Zoiper зарегистрирован. Он принимает звонок. Я сейчас повешу, чтобы не было эха. Он принимает звонок, у него отображается этот звонок в текущих разговорах, у него видно, кто ему позвонил, вот этот номер 678-54-32. И здесь же вот он, ну, если бы я его быстро не закончил, он мог бы на активном звонке установить результат звонка. И в то же время у него происходит открытие, сейчас я покажу это, происходит открытие карточки в системе AMSRM, которая встроена в этот Qmetrix уже, вот, и по номеру. Вот это нам позвонил вот этот номер, 678-54-32. И мы можем видеть здесь всю историю работы с этим контактом, да, и в эту историю добавить какое-то новое сообщение по данному звонку. Был телефонный звонок. И сохраним это в истории. И это все сохранено теперь. Вот такого рода интеграция. Здесь же, ну, на данный момент это не настроено. Можно настроить звонок по клику. Мы можем нажать на этот номер. Тут вот у нас такое небольшое меню выскакивает. И мы можем, нажав на одной из этих вот иконок, позвонить на этот номер. Ну, раздастся телефонный звонок у меня на софтфоне. Сейчас используется у оператора вот этот софтфон Zoiper. И потом звонок будет соединен с вот этим вот номером. Вот такая небольшая демонстрация, которая позволяет, ну, составить представление о том, как вот все это работает для оператора. Ну, может быть, я еще чуть-чуть покажу, как по отчетам выглядит. Я опять зашел по английским, я уж не буду переходить, потому что у меня дефолтный английский. И здесь вот мы видим экран супервайзера. Ну, даже не супервайзер, это на самом деле администратор системы, в котором он может произвести все настройки. И сюда же включены вот эти вот экран онлайн-мониторинга, ну, то, что я показывал. Вот этот экран онлайн-мониторинга мы можем здесь видеть. В данный момент видим, что оператор зарегистрирован. Ну, время чуть-чуть сбито. Вот. И если бы были текущие звонки, мы бы в средней части еще видели текущие звонки. Ну, сейчас текущих звонков нету. Это онлайн-мониторинг. И вот здесь вот мы можем легко очень строить отчеты в разрезе каких-то временных интервалов. За сегодня, за вчера, за последние 7 дней, за последние 30 дней. Ну, вот я включу за последние 30 дней, и вот он мне отобразил на моей тестовой системе все звонки, которые были за последние 30 дней, и на основе их построил вот эту вот статистику, которую я уже показывал сегодня вот на тех скриншотах. Ну, вот такая небольшая демонстрация. Я ее завершаю и возвращаюсь
продолжаю презентацию нашу. Осталось совсем немного, осталось мне рассказать про лицензирование и цены. Сейчас я отвечу на вопросы. Итак, переходим к лицензированию ценам. Ну, как я говорил, Q-Matrix может быть в виде двух видов. Это Q-Matrix Live, так называемый, это SaaS-решение, которое представляется на ресурсах компании Loway. Вы получаете просто доступ, система уже инсталлирована, осталось ее только настроить. То есть, ну, ввести ваши очереди туда, ввести ваших агентов, ваших операторов, настроить пользователей и произвести там другие необходимые настройки. Ну, вот этих вот групп, группы объединить и так далее. Вот такое решение, это облачная инсталляция на ресурсах производителя. Она стоит 7,36 швейцарских франков за агента в месяц. Это уже с учетом НДС и комиссии банка за перевод и конвертацию. Вот. Минимальный заказ 300 швейцарских франков. Таким образом, если, ну, что это означает минимальный заказ? Если вы покупаете, например, на 10 операторов, то вам нужно купить сразу где-то за 4 месяца, получается. Да? Вот. И Q-Matrix может быть в виде постоянной лицензии. В таком случае вы его устанавливаете самостоятельно или силами реселлера на вашем оборудовании или на вашей облачной платформе, или физическом сервере, или на виртуальной машине и так далее. Вот сайт, цены представлены здесь, они также представлены, те же самые цены, которые представлены на сайте Loway. Это 1000 швейцарских франков за 10 агентов, 1800 за 20 и 2500 за 50. Я уже упоминал систему Wombat Dialer, это система для обзвонов автоматических. Она тесно интегрируется от того же производителя, от Loway. Она тесно интегрируется с Q-Matrix. Она обзванивает по списку номеров. Она предоставляет возможность, ну, очень широкие возможности по интеграции, опять же, с другими какими-то информационными системами. И позволяет направлять звонок, ну, и робот может там сказать, да, и направлять его также в очередь, то есть в эти вот очереди исходящих компаний, которые вы настраиваете, и аналитику, по которым вы настраиваете в Q-Matrix. Вот эта система, она стоит на 10 каналов на один год 300 швейцарских франков. 10 каналов здесь означает, что нельзя делать одновременно более 10 вот этих исходящих вызовов с помощью этой системы. Ну и у нас все время есть какие-то акции на эти продукты. Вот на данный момент на Q-Matrix вот та лицензия, которая постоянная, да, я забыл упомянуть, что она действует 4 года, на нее сейчас есть скидка 10% до конца сентября, а на Wombat Dialer скидка 25% до конца года. Ну, вот у меня все. Я рассказал по этой системе. Теперь, если есть какие-то вопросы, да, я готов ответить. Ну, вот я вижу один вопрос, как интегрировать Q-Matrix и EOSTAR. Есть подробная инструкция, как это делать. Вот, на ресурсах EOSTAR. Можно ее скачать, эту инструкцию, и все по инструкции сделать, и там необходимы некоторые изменения в самом EOSTAR сделать, и, ну, установить некое приложение, которое называется Uniloader. Это приложение, которое дает компания Loway для интеграции со своей системой. И дальше настроить Q-Matrix. Вот, если вы используете Q-Matrix Live, то вы его просто настраиваете, да, по, опять же, по инструкции, по документации. Если вы используете Q-Matrix с постоянной лицензией, то вам нужно его сначала установить. Устанавливается он на
Linux на какой-то, на CentOS или на Ubuntu. Ну, на самом деле, на любой Linux. И после установки, опять же, его настроить, и все, он будет показывать и работать. Ну, если есть еще какие-то вопросы, готов ответить. Дмитрий, спасибо. Ну, да, мы продаем лицензии. Ну, все это обсуждается. Вы можете нам позвонить, и мы обсудим эти условия, которые мы можем вам предоставить по продаже лицензии Qmetrics. То есть мы работаем с каждым партнером. Индивидуально. У нас уже богатый опыт по внедрению этой системы. За то время, пока мы и занимаемся, мы ее знаем очень хорошо. У нас очень тесные контакты с компанией Lowway. Вот. Компания Lowway развивает эту систему. Вот, например, 27 сентября она представляет новую версию этой системы на конференции по Астериску, Астерикон, который проходит в Лас-Вегасе. Вот. Будут новые возможности, пока она не раскрывает какие. Ну вот 27 сентября мы узнаем, какие будут возможности в новой версии. Вот, по поводу поддержки еще S-серии, да, вот S-серия пока не совсем поддерживается, мы сейчас работаем с компанией E-Star, вот, ведем работы по поддержке вот этой новой системы S-серии. Вот, если есть еще какие-то вопросы, то пишите в чат. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, коллеги. Интересно. Ну, я вижу, что вопросов нет, наверное, да? Тогда спасибо за внимание. Да, давайте тогда будем закругляться. Всем спасибо. Приходите через неделю.